Волков относится к классу штурмовик. Он наносит основной урон. Во время боя используйте электропушку, чтобы нанести наибольший урон. Молния также наносит урон одновременно нескольким врагам. Разместите дуговые мины для засады или в ближнем бою, но помните, для их активации требуется время. Используйте штурмовую винтовку для поражения цели на расстоянии. Продолжайте вести атаку, используя персональный щит штурмовика. Дождитесь нападения монстра, а затем активируйте щит. Вы временно неуязвимы. Не сломи! От щита почти ничего не осталось! Щит снят! Готов. Бум! Как тебе это понравилось? Огненное дыхание! Назад! Дротики готовы. Большое оружие еще заряжается. Я был один из них. На-ка выпусти! Теперь у нас ничего.
больше нет! Есть маскировка, давайте сюда! Сколько нужно времени, чтобы выйти на орбиту этой проклятой планеты? Скоро одним монстром на транквилизаторе станет дом. Горяченькое дыхание! Подавись горячим лазером! Он в наших руках! Атакует! Мина готова! Бам! Липучка ветка! Сколько нужно времени, чтобы выйти на орбиту этой проклятой планеты? Сюда, уродец! Где пистолет, уродик? История остановит Маркова. Все в порядке! Кому-то нужно еще! Бам! Получил на хвост! Щит больше не работает! Бам! Командная работа! Бам! Нет, не сбило! Чертовски! Убегай, малыши! Я заложу несколько мин. Технологии спасения. Как ты себя чувствуешь? Как? Он приближается! Чье транквилизатор готово? Это творец как масло! Постарайся лучше в следующий раз, Трапер. Вырубишься попозже, Хэнк! Вот тебе тяжелая артиллерия! На
один. Отслеживающие дротики. Thank you.
Захожу на мину.